11 мая дочь Александра Серова Мишель вышла замуж. Торжественная регистрация брака прошла в ЗАГСе в Барвихе, но поклонников удивило то, что популярный певец не присутствовал на семейном празднике. В сети сразу же разгорелись споры по поводу того, что исполнитель хита «Я люблю тебя» до слез не принял избранника наследницы и поэтому отказался посещать церемонию. Мишель не отрицает, что у ее папы очень сложный характер. Именно поэтому возлюбленному пришлось завоевывать расположение будущего тестя. Папе было трудно принять эту ситуацию, ведь он отдавал другому мужчине любимую дочь. Рома, конечно, как человек, претендующий на руку и сердце, созванивался с отцом, устраивал встречи. Папа задавал много вопросов, порой очень откровенных. В целом, лед тронулся и растаял, обстановка у нас смягчилась, призналась 26-летняя наследница артиста. Сам Александр Серов опроверг домыслы фанатов о конфликте с новоиспеченным мужем дочери. По словам певца, у него просто были очень важные дела, которые не получилось отложить. Именно поэтому артист пропустил церемонию в ЗАГСе. А вот на шикарном празднике в честь дочери и ее возлюбленного, который состоится уже 18 мая в Москве, музыкант обязательно будет присутствовать. Я уже купил и преподнес Мишель подарок. Это большая квартира в самом центре Москвы. Конечно, торжество в банкетном зале я посещу, но петь, наверное, не буду. Там будет много других профессиональных артистов, подчеркнул Серов. Мишель долго выбирала идеальные свадебные платья. Фото, кадры с программы «В отличие от бывшего мужа», мать Мишель присутствовала на церемонии бракосочетания. Она также уже сделала подарок дочери. «Мой презент заключался в том, чтобы дочь была красивой. Я оплатила ей покупку свадебного платья, туфель, аксессуаров», рассказала Елена Стебенева. Сама Мишель предпочитает не распространяться об отношениях с избранником. До недавних пор даже не было известно имя ее возлюбленного. Теперь же выяснилось, что 26-летняя наследница музыканта вышла замуж за бизнесмена по имени Роман. «Нас познакомила моя подруга. Встречались до свадьбы где-то год. У Ромы свой бизнес. Он красивый, высокий, но остальное говорить не хочу», поделилась Мишель. Актриса до сих пор скрывает своего избранника. Фото, кадры с программы в эфире программы «Пусть говорят». Дочь Александра Серова призналась, что она по-настоящему счастлива. На свадебном торжестве 18 мая будут присутствовать не только ее друзья, но и родители, которые после длительного конфликта наконец сумели наладить дружеские отношения. Класс пост 626 322 подписчика.